Приветствую вас. Первое, что хотел бы я вам сказать, это треугольник Карпмана. Вот, почитайте про него, про треугольник судьбы, треугольник Карпмана. Эта история, она про вас. То есть вы находитесь в роли то спасителя, то жертвы, то преследователя, ну и попеременно, да, и ваш молодой человек, он, по сути дела, тоже находится в такой же роли, попеременно, то в роли спасителя, то в роли преследователя. Ну вот, то есть у вас, в принципе, в общем и целом, нездоровые отношения. Я бы даже сказал, что они, знаете, они, я бы даже сказал, что они, ваши отношения, детские слишком. То есть я бы даже сказал, что они в некоторой степени инфантильны. Очень инфантильно ваши отношения. Как это вот видится мне, по крайней мере? Как это видится мне? Потому что здесь у вас очень много есть ты, и очень мало есть я. Вот я практически нет. На самом деле, есть ты и нет я, короче говоря, вот, и именно поэтому, именно вот по этой причине, я думаю, что ваши отношения, они инфантильны, вот, слишком инфантильны, то есть, никто из вас к отношениям либо не готов на сегодняшний день, либо не имеет представления о том, что это такое, что такое отношения, что они из себя представляют, да, и как вообще нужно выстраивать их отношения, то есть я имею в виду. Вот. Примечательно, что вы сами пишете вопрос, да, но вы не задаете вопрос никакого. То есть вы сами вопрос никакого не пишете, вы не задаете вопрос. Вот. То есть что хотите поменять, что хотите изменить, что хотите там исправить, например. Вот. Вы не задаете вопросов. Понимаете, в чем дело. Вот. И это тоже является важным моментом. Да, то есть вы, по сути, хотите, чтобы мы, значит, встали на, либо на вашу сторону, да, ну, лучше всего на вашу сторону, чтобы мы встали, вот, и чтобы вместе с вами согласились с тем, что вот ваш мужчина, да, вот он вот такой плохой, что он вот такой ужасный, да, что вот вас там бесит то, что он делает, вас бесит, бесит его домашки и так далее. Вот. По сути, вы играете в игру скандал. Вот. Можете тоже об этой игре почитать в интернете. В интернете она есть, эта игра. Вот. Эта игра называется «Скандал». Вот. И эта игра, она, по сути дела, преследует цель, да, и, собственно, избегание близости, как раз. Вот. То есть вы оба, по сути, боитесь близости. Вот. Ну, то есть, конечно. Другой вопрос. Будете ли вы хотеть что-либо исправить, да, это уже детали.
но тем не менее. Итак, встречаюсь с парнем 2 года, расставались много раз и всегда возвращаюсь я, потому что он всегда говорит мне, я видел, что ты счастлива, что ты улыбаешься, думал, что тебе без меня хорошо, поэтому не возвращался. Ну, то есть здесь, по сути, манипуляция, да, такая достаточно примитивная, я бы сказал, да, но манипуляция. И вопрос у меня, он к вам здесь, скорее, вопрос к вам. Вы действительно считаете, что мужчина вот по этой причине не возвращался? Вы действительно считаете, что мужчина говорит это на полном серьезе? Вы действительно считаете, что это так? Действительно ли вы верите в это? Но это манипуляция. То есть мужчина, он знает вас, он знает, чем вас, грубо говоря, задеть, он знает, что вас цепляет и говорит то, что нужно, то, что необходимо для того, чтобы обратить на себя ваше внимание. С другой стороны, если вы считаете, что это нормально, такое поведение, то мне, опять же, не очень понятно, зачем вы тогда задаете свой вопрос. То есть, вот понимаете, да, что из-за отсутствия запроса к психологу вы можете интерпретировать вы можете интерпретировать наш ответ как угодно, любой. Вот. Я возвращаюсь лишь потому, что люблю и не могу забить гвоздь на этого человека. Тоже довольно странная, я бы сказал, позиция. Именно странная позиция, потому что что значит не могу забить гвоздь на человека? Что это значит? Что я не могу забить гвоздь на человека? Я не хочу забивать гвоздь на человека. Это было бы справедливее, честнее было бы сказать. Я не хочу забивать гвоздь на человека. Не хочу. Я не могу, я не хочу. Понимаете? Вот. То есть касается вас. Я не могу. Я не хочу. А почему не хочу? Потому что он мне нужен. А для чего он мне нужен? Для чего мне нужен молодой человек? Вот именно мне. Для чего? Вопрос. Понимаете? Вопрос. То есть, любовь — это готовность принять человека, ну, таким, как он есть. Вы не принимаете человека таким, как он есть. Я полагаю, что мне это объяснять вам не нужно. Потому что вы говорите, что он вас бесит, что вы... Ну, что раздражает вас вы. Вот. То есть очевидно здесь, на мой взгляд, очевидно, что вы человека таким, как он есть, не принимаете.
Вот. Ну так и тогда давайте вот честно себе скажем, если вы человека не принимаете, если вы человека не готовы принять, то зачем же вы тогда с ним вместе? Понимаете? Вот. А для чего вы, значит, ну, с ним? Понимаете, любовь, она подразумевает отдачу. Я бы сказал, ну, знаете, какую-то такую, самоотдачу. Понимаете? А вы здесь, да? Вы здесь. Ну, про самоотдачу не говорить. То есть вы здесь. Больше говорите именно про то, что вы хотите. А дальше, значит, я не могу забить гвоздь на этого человека. Интересно, как у вас получается, да? То есть вы говорите про то, что не можете забить гвоздь на человека. Как-то вот, на мой взгляд, совершенно опрометчиво путая, что любовь это когда человека либо принимают, либо нет, а забить гвоздь это совсем другое. Вот прямо совсем другое. Знаете? Ну, это тоже вытекает из вашей такой позиции по отношению к себе и к нему. Да? То есть, если вы любите, то вы человека принимаете, вот, и говорите, что я его принимаю, я хочу, чтобы он был счастлив, я для этого что-то делаю. Вот. В отношениях есть ссоры, и он начинает говорить, наверное, свечка иначе. Любви погасла, даже судьба дает знаки, что мы должны расстаться, я хочу быть с тобой, но смысла не вижу, нет, конечно, что я тебя люблю. А это, опять же, манипуляция. Понимаете? Это манипуляция, ну, причем, в общем, довольно такая, знаете, я бы сказал, ну, дешевая манипуляция. Вот. Понимаете? Именно зная, как вы воспринимаете это, вот, скорее всего, то есть в этом все дело, понимаете? Именно зная, как вы воспринимаете тот факт, что мужчина вам говорит. Вот. А дальше идем. Вы пишете, бесит эти его замашки. Какие замашки? Что значит замашки? Понимаете? То есть вот я бы хотел, чтобы вы определили, что именно вас раздражает. Вот. И чтобы вы взяли на себя личную ответственность за то,
что вы ощущаете, что вы чувствуете, что вы как-то вот, ну, что это ваша реакция. Вот. И как только вы примите на себя ответственность за свои чувства, да, вам сразу станет легче с этой ситуацией справляться, потому что вы увидите, что ответственность только ваша, не молодого человека, ибо он может делать, что хочет, и вести себя как угодно. Вот. И я думаю, что вам нужно уважать его выбор и уважать его желание. А вы этого не делаете. Понимаете? Вот. Так что, на мой взгляд, ситуацию стоит рассматривать именно исходя из того, что бесит вас. Вы чувствуете себя жертвой, беспомощной и так далее. Вот. И я думаю, что начиная именно с этого пункта, да, вам стоит выправлять свою модель поведения с ним и вообще в личных отношениях. Вот. Потому что как бы, вот как вы себя ведете сейчас, да, это все зависимые отношения. Они не свободны. И понятно, что мужчина вам так говорит. Потому что он знает, что вы всегда вернетесь. И он не боится вас потерять. Вот. И в том, что он не боится вас потерять, ответственны вы. Вопрос в том, хотели ли вы этого или нет. А если не хотели, да, то чего хотели? Понимаете? Вот. Если вы не хотите забивать гвоздь на него, да, ну вот, то опять же, почему вы не хотите забивать на него гвоздь? То есть, что вы теряете? Именно вы для себя что теряете? Ну, конкретно вы. Понимаете? Вот. А я думаю, что вот так можно вам ответить именно здесь, в этой части. Так, дальше, значит, я ему предложила вопрос, но может ты, так, стоп. Далее рассердилась, отписала его от себя в Инстаграме и сама отписалась от него. А из-за чего рассердились? И смотрите, вы пишете, что у вас есть ссоры. А из-за чего вы, собственно говоря, ссоритесь-то? Вот. То есть, какова причина ссоры? Вы как ссоритесь? Вы принимаете какие-то решения, там, договариваетесь ли вы о чем-то или нет? Понимаете? То есть, вот, это важный момент на самом деле.
если вы хотите ситуацию как-то исправить. Понимаете? Вот. То есть, вот вы ссоритесь, вы сердитесь. Опять же, какие это причины? Понимаете ли вы, почему так происходит? Понимаете ли вы, что в этом участвуете только вы изолированно? Дальше. Значит, далее я рассердилась, из-за чего отписала его от себя в Инстаграме и сама отписалась от него. С какой целью, что хотели. Так он закатил истерику, мол, раз тут отписались от меня, может, везде заблокируешь. Ну, понимаете, вот опять, да, манипуляция. Манипуляция, угроза. Значит, это все нездоровые отношения. Да, это все вот, попытка доказать, значит, ну, попытка доказать вам, как своему партнеру, да, значит, что он, вот, ну вот мужчина, да, он хороший, что он прав, что он там замечательный и так далее, и так далее, и так далее. А вы вот такая, значит, плохая, что не даете ему того, что нужно, да? Вот. Я ему предложила вопрос, мол, может, ты еще расстаться хочешь. То есть вы эскалируете ссору, да, вы вместо того, чтобы ссору как-то погасить, да, значит, спустить на тормоза, вот. А вы вместо этого, значит, еще больше усугубляете ссору. Ну и, соответственно, вопрос к вам, вопрос к вам, с какой целью вы это делаете, то есть что вы ожидаете от такой модели поведения. Так, после этого вопроса он мне заявляет, что ему плевать, уйду я или нет, я не была в шоке или удивлении, потому что он так говорил уже много раз. Так, значит, а вы, опять же, вы от мужчины своего здесь ожидали чего-то другого или что, понимаете, вот цель ваша какая, вот вы говорите, да, что, может быть, ты еще хочешь расстаться. А цель ваша какая? Вот, ну, просто вот цель, она в чем? Того, что вы вот делаете, да? Вот. Так что, как бы, я полагаю, что здесь нужно вам исходить от, ну, от этого. Свою модель. Проработайте свою модель поведения, да? Так, тут есть тот случай, в этот раз я сказала, любящий человек не скажет такого. Ну, то есть опять, знаете, вот опять вас, значит, какие-то идут обвинения, ну, взаимные, вот, опять же, хотелось бы знать, да, ну, вот, собственно, на что вы рассчитываете, вот. То есть вы рассчитываете, что мужчина будет как-то, ну, мужчина даст задний ход или что? Вот. Но если он не дал заднего хода ранее, да,
что с чего вы решили, что он сделает это сейчас. Вот. Получается, что вы не могли не знать того, что он будет только сопротивляться. Вот. И получается, что вы для чего-то это все делаете, то есть выводите его на эмоции. Но для чего вы выводите его на эмоции? Зачем? Потому что, скорее всего, вам не хватает от него внимания, да, вам хочется от него каких-то ответных реакций, да, а он достаточно пассивен, видимо. То есть получается, что вы нуждаетесь во внимании, но не можете его получить. И получаете только вот таким способом, скандалом. И эта модель поведения, она, скорее всего, пришла к вам из детства, вот. То есть, вероятно, именно там, в детстве, вы подсмотрели такой способ получения внимание. Вот. Ну, это на самом деле довольно деструктивная модель. Вот. Деструктивная модель, значит, поведения. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Дальше, значит, на что мне ответил, если человек хочет уйти сам от меня, почему я должен держать, почему мне не должно быть плевать? Но логики нет, потому что я не собирался от него уходить, а всего лишь отписался в Инстаграме. Ну, момент здесь такой, что либо мужчина думает сам о том, чтобы от вас уйти, вот, значит, либо он боится, что вы уйдете, вот. Либо он очень гордый, настолько гордый, что, значит, пытается опередить вас. В этом плане, вот, и, соответственно, не хочет, не хочет он, значит, остаться не у дел, не хочет, чтобы вы его бросили, если он, если вы расстаетесь, то он обязательно должен бросить вас, а не вы его. Вот. Пока у него, значит, по крайней мере, вот так. А так это выглядит. Вот. И очевидно, что ваши отношения, они, переживают какой-то кризис, очевидно, что мужчина страдает, это совершенно очевидно, вот, и логику искать здесь на самом деле не нужно, вот. Логики искать здесь не нужно. Вопрос в том, для чего вы, понимаете, вот, вопрос в том, для чего вы все это делаете, именно вы,
зачем? Знаете? Вот. Вот так. И какой вопрос у вас, Амелия? Вопрос в чем? Пока вы не разберетесь в своих чувствах и не начнете принимать себя, пока вы не проработаете свою потребность во внимании, да? И пока вы не перестанете использовать такие вот дешевые манипуляционные средства, да, для оказывания давления друг на друга. Ну, я думаю, что отношения у вас, они будут все ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. Вот. И вам я рекомендую быть более честным с собой, потому что вы возвращаетесь не ради мужчины, а ради себя. Вам нужно это, а не ему. Почему я так думаю? Потому что мужчина, он не готов что-то делать для вас. Мужчина, он не становится счастливее с вами. Понимаете? Вот. Напротив, скандалы, это все. Вот. Понимаете, какая история. Поэтому я думаю так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.